Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Днепропетровска. И уже не первый раз отдыхаю в гостиничном доме «Бонжур» в Кирилловке. Отдых, вот сколько бы я сюда ни приезжала, мне всегда нравится. Я приезжала с ребенком, приезжала с семьей, приезжала сама. Здесь всегда уютно, комфортно. Очень мне нравится. Гостиничный двор «Бонжур» отличается доброжелательностью, комфортом, еще раз повторю, уютом. Здесь отдыхаешь на 100%, отдыхаешь и душой, и телом. Здесь можно отдохнуть и с маленькими детьми, потому что здесь есть песочница, качели, хороший двор. Можно отдохнуть в молодежной компании, потому что есть столики, есть вечером можно посидеть, спокойно поговорить и отдохнуть. Можно отдохнуть просто с семьей. Мне всегда нравится отдыхать здесь. Очень радушная, приятная хозяйка, которая примет вас со всей душой. И атмосфера отдыха и покоя окутывает вас здесь. Номера удобные, цены доступные. Поэтому, в принципе, я всем советую, если у вас еще стоит вопрос, куда ехать, езжайте в Кирилловку, в гостиничный двор «Бонжур», и вы поймете, что отдых не бывает напрасным. Здесь вы отдохнете по полной программе. Я думаю, что следующий год я тоже приеду сюда, потому что здесь очень классно. И вообще Кирилловка – это хороший отдых, море, масса хороших впечатлений, солнце и, конечно, хорошее настроение. На работу приезжаешь совсем с другим человеком.